20 претендентов на одну победу. Оксана Шишенина для участия в конкурсе приехала из Екатеринбурга. Это ее дебют на саратовской сцене. Молодая, но уже титулованная оперная певица исполняет романс «Соловей». Я считаю, что организаторы очень правильно сделали, создав два тура. Первый тур романсовый, второй именно оперной арии. Это дает возможность показать голос как с точки зрения именно оперного певца, так с точки зрения, так скажем, лирического певца, который способен достучаться до сердец любой публики, как оперной, так и вот публики, которая любит романсы. Мне очень импонирует этот конкурс. Это конкурс великого нашего тенора Собинова. И, конечно, в таком конкурсе всегда хочется поучаствовать и зарекомендовать себя. Определяет лучшего вокалиста не только члены жюри, но и зрители. Каждому, кто пришел на конкурс, выдается специальный бюллетень, чтобы отметить понравившегося участника. Когда зритель покупает билет на концерт, гала-концерт вот этого конкурса, он знает, что несмотря на то, что никто из них не известен по фамилиям и именам, но все эти люди уже пробированы на международных конкурсах. И из 70 заявок, примерно, которые мы получаем каждый год, отобрано 12 человек. Смотрим по заявленному репертуару, еще смотрим, какие голоса, чтобы все голоса присутствовали. Басы, тенора, мецо, сопрано, колоратуры. Вы увидите, что полный состав будет. Мы очень старались. Участникам есть за что побороться. Первых трех победителей ждет денежное вознаграждение и звание лауреата. Имена призеров станут известны после второго тура, который состоится 31 мая на сцене Театра оперы и балета. Рануша Генян, Олег Бирюков, Саратов 24.